Slack. Да, пожалуй, это самый удобный командный мессенджер. Есть вариант какой-то, ну, короче говоря, там максимально защищенный вариант, это если ты не доверяешь разработчикам Slack, который тоже русский. Ну, тогда, наверное, какой-то аналог вроде Rocket Chat, который ты можешь поставить, сделать self-host, и поставить себе на сервер. Это Airtable. Класс. Это такие прокачанные по сравнению с Гуглом таблицы, в которых ты можешь в приятном интерфейсе, ну, в общем, создать себе там, по сути, прототип базы данных или какую-то временную, довольно сложную базу, там типизированные данные, там есть возможность быстро что-то закодить, ну, до какого-то определенного уровня. И это позволяет, в общем, очень быстро, ну, реализовать какую-то структуру данных, которая тебе нужна в работе. Тот же Юпитер — это хорошее, ну, если вы программируете на питоне, а если не программируете, то, наверное, есть смысл начать, потому что на нем очень много чего сейчас можно делать быстро и довольно легко туда войти. Вот Юпитер — это как раз такое средство быстрого вхождения туда. Telegram. Его API и со всеми этими делами удобная штука. И что-нибудь пятое. Task Manager какой-нибудь. Ну хорошо, тогда пусть это будет Asana, да.